Вначале было очень трудно. Ну, действительно очень трудно. Я работу не знала. Это вот работу именно директора, работу, получается, и юриста, и бухгалтера. Я вот эту всю работу не знала. Я доктор. Я закончила медицинский университет, а всю вот эту вот работу нас этому в институте не учат. Тогда я боялась, что я не смогу всю это, вот эту работу охватить. Я боялась, что не смогу людям дать полностью зарплату. Я не боялась, что я не смогу полностью обследовать моих больных, и мои больные останутся, будут ущемлены в чем-то. Потому что это моя работа, я полное обследование, это моя эффективная работа. И поэтому я вот это вот все боялась, что я не смогу все это вот сделать, и у меня этих денег не хватит. Научилась бухгалтерской работе, потому что мне первый раз, когда сказали бизнес-план, у меня были огромные глаза. И что с этим, что с чем это едится, кушается, не знаю. Но я очень боялась этого бизнес-плана, как смогу ли это все сделать. Но сейчас это легко, потому что я знаю работу. А ну покажи, я на Боженьку посмотрю. А ну то я Боженьку посмотрю. Ну, в первые дни это было нужно было сначала решиться на это, потому что мы были вместе с центром семейных врачей в Камрате. У нас там был директор, который за нас все решал. Я работала только, занималась только лечебным, профилактическим. Я была заведующей, но я только заведовала своим очень маленьким учреждением. Я проблемы с деньгами не имела. Мне что нужно покупать, все это вот решал там директор. Нет, у меня проблем с медперсоналом нету. У меня полностью укомплектованный штат. Есть хорошие медсестры. Медсестры все мои молодые. У меня и пенсионеров как бы нету. Только доктор пенсионного возраста. Второго доктора просто нету. Работает человек пенсионного возраста. Все медсестры у меня молодые, энергичные, хорошие, помогают мне. Я в основном семейный доктор. Я доктор. День начинается у меня с приема больных. Утро у меня начинается, я принимаю больных. Ну, по ходу получается иногда и организационные проблемы решаю, но в основном я до обеда, до часу, до двух принимаю больных. После этого у меня уже начинается другая, вторая работа, организационная. Я уже решаю, какие документы, приказы, дальше уже другая работа. Но в первую очередь у меня больные. Я доктор, я лучше знаю, что мне надо, что моим больным надо. Я лучше знаю, где мне эти обследования делать, где более больному удобно. Потому что, вот, например, раньше мы делали мазочки на онкологии женщин, мы берем раз в 3 года, мы делали это в Кишиневе, это явно неудобно. Я получала анализы там раз в месяц, раз в 2 месяца. Сейчас я сделала с другим предприятием договор, который в Камрате, я мазочек сдаю, через неделю у меня результат. Бухгалтер у меня мужчина, он постеснялся сниматься, он ушел. И фельдшер у нас тоже мужчина. Но чаще, наверное, так бывает. Потому что мы были в банке, разговаривали с ним. Я что-то говорю, он говорит, вы знаете, я бухгалтер, она заведующая. Да? А я подумала, что у вас наоборот. Ну, чаще, наверное, бывает так, и поэтому нас перепутали немножко. Такое решительное стало со временем. Я всегда такой не была решительной. Я очень мнительная, и как все переживаю, если у меня какие-то что-то не получается, и я переживаю. Но больше решительности и не бояться трудностей, все получается.